этом стихе в Эшет Хаим сказано «Гмарасу тойв влой ро коли мейхае». Она одаривает его, своего мужа, добром, а не злом, все дни его жизни. Все дни своей жизни. Тут пишет Агро, что тут в Торе есть все, там нет зла, нет зла. Еще этого коснуться, тут есть этому месту в Мишле соответствуют две Мишны в Талмуде. В Мишне. Во-первых, это последняя Мишна Масехет Кидушин. Самая последняя. Там сказано так. Там сказано так. Раби Наарай, сказал Раби Наарай, оставляю я все искусство этого мира, все место этого мира, и не обучаю своего сына ничему, кроме Торы. Почему? Объясняет Раби Наарай, потому что все остальные ремесла, они как бы, они не постоят человеку всю жизнь, а только в молодости, а на старости он уже остается без ничего. Он голодает. А Тора это не так. Она, то, что Тора изучает, изучал, она дает жизненную силу человеку в молодости, и дает ему и конец жизни другой, и надежду. Это, то есть, имеется в виду, конечно, что то, что человек учит Тору, она дает ему благословение такое, что он силу на всю жизнь. Всю жизнь. Я тоже хочу сказать то, что имеется в виду в этом стихе насчет Хаи, Гамзато Валурак, Коли Михае, всю жизнь. Есть тут еще одно параллельное место этому Пиркея, вот. В конце пятой главы. Так вот это реально, это конец трактата Авот, что шестая глава, она просто добавили, это не сама Масехет Авот. Тут говорится такая вещь в конце. Бен Багбаг умер, был такой тан, Бен Багбаг говорит, афохба декулеба. Копайся в ней, копайся в ней, буквально переворачивай ее, то есть беспредел со всех сторон, потому что все в ней, все в ней. Комментатор говорит, что имеется в виду Тора. И объясняет это место Рамхал Дерех эс Хаим, что занимаясь Торой, когда он будет повторять, разбираться, продумать заново все, то Тору будет освятить многоцветными цветами. И поэтому сказано, кулаба, то есть все добро, которое в этом мире находится в Торе. Дальше говорится у Бате Хазей. Что значит у Бате Хазей? Техазе это арамейский. Техазе это буквально в ней будешь видеть. В ней ты будешь видеть. И тут важно обратить внимание, что почему-то эта мишна, она написана большей частью по-арамейски. Это очень редкая вещь. Мишна написана не на арамейском, написана на иврите, а не на арамейском. Почему эта мишна написана на арамейском?
объясняет то, что Тёнтов, от имени Мидраш Шмуэль, от имени одного из великих решённых, Рабейна Эфраим, потому что слова Торы, занятия Торы, это великая необходимость для всех евреев. Поэтому это важное, важнейшее знание было записано в Мишне на языке, который понимает понимал тогда каждый еврей. Это очень принципиальная вещь, что занятие Торой серьезное, даже называется копаться в ней, разбирать ее, продумывать ее. Это не удел только раввинов, это не удел только учащихся ешивы. Это должно быть уделом каждого еврея, чтобы он сколько-то времени, допустим, 2-3 часа в день, мог серьезно учиться. А 2-3 часа в день – это немного. Это немного. Хорошие евреи, которые зарабатывали себе на жизнь, они часто учились и 6 часов в день, и 8 часов в день, и 9 часов в день. Это не такая далекая вещь 2-3 часа в день. Это я уже говорю, так сказать, по уровню поколения. Я просто приду просто пример. Учитель Раби Исаак Зильбер, его отец, уже видя жизнь в Советском Союзе, видя, так сказать, в каком тяжелой ситуации они там находятся, он ему завещал, так его наставлял его, что по крайней мере 2 часа в день учил Талмуд. Только Талмуд, 2 часа в день. Вот, в рабинском лагере, по-моему, не было Талмуда, не знаю, мог это как-то исполнить. Но все остальное время, то, что я слышал от его рабанит покойной, что он приходил домой хорошо за полночь, тогда он саживался, эти 2 часа он учил Талмуд. Учил Талмуд. Вот. И об этом говорится, что все богатство в нем. Это то, что мы, опять же, то, что мы читали в Мишле, в Эшенхайл, ушли лаву исхар, и добыча, которую человек получает в силу Торы, там не будет недостатка, да там будет все. Дальше продолжает Мишна, висив у Балева, и состарься буквально, обветшай в ней. Человек, так сказать, старость, он немножко сил от него уходит. Он уже не тот, у него нет того молодого задора, молодых сил, как было, ему было 20 лет, 30 лет. Так говорится, что надо стареть и как бы ветшать, занимаясь Торой. И не думать, что сейчас надо уйти на пенсию, но я скажу так, я просто еще пойму, что здесь написано. А Торы не уходят на пенсию. Не уходят на пенсию, это сама пенсия. Есть многие люди, которые я знаю, которые всю жизнь были вынуждены тратить много времени на заработки, кормить семью, потом ушли на пенсию, полностью ушли, занимались. С утра до вечера сидели и учились. С утра до вечера. Я объясню вам, когда человек вкладывает в свою жизнь его жизненные силы, вкладывается в Тору. Во-первых, Тора, она эти жизненные силы возвращает. То есть мне кажется, что он устает, он слабый. А с другой стороны, Тора дает ему огромные жизненные силы. Поэтому это одно. А другое, что то, что он вкладывает в Тору, он вкладывает в вечность. Основное вознаграждение мира грядущего, это именно за изучение Тора, за свою долю в изучении Тора. То есть не только человек, который учится сам, кто-то поддерживает других, которые учатся, тоже старается делать вещи для поддержки Торы. О. То есть тогда его бренное тело, бренные силы, которые в этом мире, он вкладывает их в Тору, он их обращает из чего-то приходящего в вечность. Вечность. Дальше говорит Тана, у меня лота зло, от нее не отстраняйся. Энна хамида той веймана. Нет ничего лучшего, чем она.
нет ничего лучше. То есть максимум, что ты можешь получить добра и в этом мире, и в грядущем, это находится в Торе. Даже добавляет еще один Тана, Бен Гейгей, говорит, Лефумцар Агра, по тем лишениям, страданиям, которые человек готов и как бы переносит, чтобы заниматься Торой, он доставится вознаграждение. То есть тут говорится вознаграждение не потому, что становится вознаграждение, а это вознаграждение – это знак о важности заповеди. Я объясню вам. Иногда человек может, когда его, он бодр, здоров, хорошее состояние духа, полной энергии, хорошо выспался, он может за каких-то 2-3 часа успеть гораздо больше, чем если, допустим, у него была бессонная ночь по каким-то причинам, не было нет сил, и сейчас он пытается учиться за эту бессонную ночь. Тут говорится, что то, что если он будет пытаться учиться, когда он не выспался, идет через силу, ему трудно что-то понять. Это имеет вес гораздо больше, чем то, что он учится просто так. В этом сказано, что изучение Торы, которое сделано в состоянии лишения страданий, оно равноценно 100 без страданий. Вещи надо знать, потому что иногда человек, который, он уже плохо себя чувствует, плохое настроение, вместо того, чтобы это время использовать максимально правильно, то есть учиться. Во-первых, это учеба даст ему жизни и силы в этом мире. Это тоже говорится в Мишле, Рафатира Сареха, то есть Тора будет излечением для твоей плоти. А кроме того, если он будет учиться, даже когда он в состоянии плохого состояния здоровья, не выспался и тому подобное, то учеба имеет совершенно другой вес. Я сегодня такой день, сегодня Йорк, это одного из моих великих учителей, вот был такой великий человек, Рав Яаков Горовиц, главой Ишива, Ишива Факим, он умер 9 лет тому назад, он достаточно молодым, был всего 65 лет. У него было огромное достоинство. Он всю жизнь учился через страдания. Он был постоянно тяжелый больной человек. Он иногда не мог спуститься в Ишиву из своей квартиры до полудня, потому что раскалывалась голова. Это не было разве, это было постоянное состояние. И эти вещи нам трудно представить себе, что значит в таком состоянии заниматься Торой, давать уроки, преподавать и все прочее. И то же самое, он был у нас наш великий учитель, глава Ишивы Мир, Росен Сейфинкер, который последний примерно 20 лет, даже больше, 25 лет. Он тяжело был, постоянно был болен, и его тоже изучение Тора продолжалось большими-большими страданиями, которые мы даже не понимали, потому что мы еще просто так привыкли, что вроде бы он тяжело был, но на самом деле все происходит как обычно. И мы не понимаем, как такие люди, насколько они были выше нас. Я вам скажу одну вещь, что да, очень принципиально важно. Когда человек, допустим, он возвращается, вынужден тяжело работать, чтобы прокормить себя и семью. И он на работе, допустим, учиться не может. Это же не та работа, не может позволить учиться, иначе будет просто воровать у хозяина, это нельзя. Он приходит домой, он очень уставший. Надо знать, что если он в своей усталости, он получится, даже до изнеможения, и так заснет,
эта учеба до изнеможения, она принципиально важна. Это то, чего достоит его в этом мире, в грядущем, в конченном сегодня.